Всем здравствуйте. Давайте сейчас посмотрим ответ на такой вопрос. Что вам нужно, чтобы у вас было много энергии, чтобы вы были как зажигалочка, или как зажигалка, чтобы у вас было много энергии, что вам нужно, да, вот так, что вам нужно и от чего нужно избавиться, да, вот. Давайте посмотрим, чтобы у вас было много энергии, чтобы вы могли заряжать себя, чтобы вы достигали того, чего вы желаете, да, что вам нужно и от чего избавиться. Что вам нужно и от чего избавиться, да? Что вам нужно, от чего избавиться. Три позиции. Давайте, выбирайте. Будем смотреть. Смотрим. Первая позиция. Что вам нужно и от чего избавиться. Ну, смотрите, чтобы здесь у вас вы были полны энергии, чтобы вы наполнялись, вам нужна легкость, вам нужно относиться легче к жизни, вам не нужно расстраиваться, знаете, от чего избавиться? От вашего вот такого нытья, от того, что вы себя жалеете, вот, мне тяжело, это другие виноваты, или наоборот, да, я виноват, там, или я виновата, да, и буду все грустить, вот все соплю утирать, там, буду грустить, пожалейте меня, там, да, или просто буду грустить, мне это нравится, мне прям кайф, я сам себя там, например, жалею, там, или меня кто-то жалеет, вот, кайф, вот, погрустить, да, не надо вам этого, от этого вам нужно избавляться, хватит грустить, вам нужно легче относиться к жизни, вам нужно легче принимать решения, вам нужно легкий подход, надо быть налегке, надо легче к жизни относиться. Не надо себя, знаете, не надо зацикливаться на каких-то ошибках, да, или что-то там не получилось. Да первый раз не получится, второй же раз не получится, да в пятый раз получится. Вон люди предложение делают по 5 раз, она может отказать 4 раза, на 5-й согласиться. Поэтому вы никогда нельзя отчаиваться, никогда нельзя грустить и жалеть себя. Ну что это, жизнь проходит, вы долго будете себя жалеть. Поплакали там один вечер, все. Сопли вытерли, слезы вытерли, собрались и пошли вперед. Легче, легче ко всему. То, что вам не нужно, то, что не ваше, остается позади. То, что вы хотите, добиваетесь, идете. Вот. Не надо ложить себе на сердце такой тяжелый груз, понимаете? Если надо брать ответственность, берите. Но если нет, если вы видите, что нет, то зачем? Не надо себя гробить. Вокруг и так много всяких трудностей. Поэтому себя не надо вот в эту печальку вгонять. Не надо себе вот эти вот нервы портить. Понимаете? Не надо в чувства свои вот эти негативные вот так вот окунаться и вот там вот себя вот утешить в этом болоте. Нет, легче ко всему относитесь. Все, прошло и прошло. Идем в новое, идем дальше. Завоюем все, все сможем. Начинаем все заново. Начнем заново, и все получится. Да, тут не получилось. Начнем заново, пойдем снова. Сделаем по-другому, другим путем. Не в дверь, так в окно. То есть вот. Вот так вот. Такой вот первый расклад. Спасибо вам большое, однерочки. Ставьте лайки. Это будет как спасибо от вас. Вот. Теперь смотрим двоечек. Что вам поможет, от чего избавиться. Так, ну что вам поможет, чтобы у вас было море энергии? Вам поможет партнерские отношения, вам поможет, знаете, другой человек. Вам нужно работать в команде. Например, если вы там делаете какую-то работу, то классно, когда вы делаете эту работу не один и не одна, да, а в команде, когда вас двое, например. Двое девчонок там вместе работают в одном коллективе, да, и они там могут друг другу помочь, да, двое там мужчин, там парень, девушка, девушка-парень, в общем, на работе, да, например, рабочую сферу я возьму, да, как пример, то, что вот что-то у вас не получается, попросите помощи, не бойтесь, вам обязательно помогут, они будут рады, когда вы скажете, ой, спасибо, да ты такой молодец, как у тебя все получилось, там, класс, ты меня выручил, мне надо быстро-быстро, он там раз вам помог, вот, да, и вам хорошо, и ему хорошо, и самооценку его подняли, или там, да, или там ее, в общем, просите помощи, не бойтесь. Здесь нужно работать вместе. Вместе, вдвоем. Нужна помощь, попросите, не бойтесь. Здесь прям хорошее очень партнерство, понимающее такое вот, отзывчивое, и вы будете прям на одной волне. В отношениях здесь, в отношениях, если любовные отношения, то здесь нужно находить тоже друг другу подход, ну так же, как и в работе. Просите помощи, цените друг друга, говорите приятные слова, обязательно хвалите за то, что человек для вас что-то сделал, да, и тоже пытайтесь ему помочь в другой раз, или там угостите вкусняшкой, вот. Ну, то есть поблагодарите, чтобы это было взаимно как-то, вот то, что вы на одной волне.
Так, от чего вам нужно избавляться? Вам нужно избавляться от вот этого вот, от того, что, ну вот, я там, у меня ничего не получается, или я не знаю, как сделать, или там, ну даже если по работе, да, раз начала по работе. Вот, ой, мне надо вот сроки, а я не могу, ой, у меня не получается, ой, программа не устанавливается, ой, что-то я не знаю, что-то не идет, ой-ой-ой, то есть и все, один или одна, да, вот так вот в одиночку, не закрывайтесь от других, не надо быть одному или одной, не берите паузу, не останавливайтесь, не надо быть одному, здесь нельзя быть одному, этого делать нельзя. Здесь нужно быть в партнерстве, здесь нужно общаться с людьми, здесь нужно идти на контакт, здесь нужно действовать, здесь нельзя бездействовать. Вот бездействовать нельзя, нужно действовать, нужно общаться, нужно обмениваться энергией, нужно помогать. Движение должно быть, а не остановка, не стоп, а действие. Вот такая вторая позиция. Спасибо вам большое, спасибо, спасибо. Ставьте обязательно ваши лайки, это будет как спасибо для меня. Спасибо вам огромное. Смотрим третью позицию. Что вам нужно, да, от чего избавиться. Смотрите, что вам нужно. Вам нужно больше мечтать, чтобы вам у вас было больше энергии. Мечтайте, желайте. Я вот хочу съездить, посмотреть концерт. Но это за границей, это не у нас, наверное. Мечтать вам никто не запрещает. А вдруг вы выучите язык, поедете туда за границу, да, и попадете на концерт своей любимой группы, или она приедет сюда, и вы пойдете на этот концерт. То есть вам нужно мечтать, не ограничивайте себя, мечтайте. Потому что неважно, сбудутся все ваши мечты или нет, какая-то может сбыться, какая-то нет, но мечтайте, это будет вас наполнять энергией, это будет вас зажигать. Вот это вам дает энергию, когда вы мечтаете, когда вы к чему-то движетесь, когда у вас есть цель, вы хотите там язык выучить и переехать, и научиться танцевать, и петь, и рисовать, да, то есть у вас много всего, чего вы хотите, и это вас заряжает. Вот что вы любите делать, то и нужно делать, это вас будет заряжать, вдохновлять. Делайте это просто будет вас наполнять. Что вам не нужно делать, вам не нужно оставаться в одном и том же периоде, когда вот вы, например, чего-то добились, да, и все, вы остановились, вы этим периодом наслаждаетесь, да, вот у вас, вы чего-то добились, вам хорошо, и вот вы в этом сидите. Сидите и наслаждаетесь, и боитесь это потерять, вы боитесь идти дальше, вы боитесь о чем-то мечтать. Вот вы этого добились, все, это мое, никому не дам, это я балдею от этого, все. То есть вам не нужно останавливаться на одном. Понимаете, вам нужно наполняться, вам нужно много-много-много мечтать, много всего вам нужно, много идей, много желаний, вам нужно больше мечтать. Если что-то одно сплось, это не значит, что все, это вот на этом все закончилось, да, вот вы это получили, вы вот кайфуете, наслаждаетесь, все, что больше ничего в жизни не будет. А дальше же жизнь идет дальше, у вас новый этап, новый период, да, он может начаться с нуля, там, да, с чего-то надо начинать, но вы опять же можете добиться и прийти вот к этому ощущению счастья, когда вот вы достигаете того, чего вы хотите, просто. Поэтому здесь вам совет, да, не останавливайтесь на том, что у вас есть, да, у вас есть это, цените, да, но идите вперед, ставьте себе новые цели, ставьте себе новые мечты, видите, вам говорят, мечтайте, много мечт у вас должно быть, мечтайте, не ограничивайте себя вообще ни в чем. У вас тут много говорят, вы можете мечтать и наполняться, двигаться к своей мечте. Вам не нужно останавливаться, стоять на месте. Вам нужно идти дальше, вперед, одну цель достигать, вторую, третью. У вас много-много разных мечт должно быть. Это вас будет наполнять, это вас будет зажигать. Вы будете жить, вы будете стремиться. У вас будет цель в жизни. Понимаете, вы не остановка, когда вы уже чего-то достигли и наслаждаетесь, а дальше вы растете, движетесь. Просто будете жить и... Ну вот это вас будет наполнять, вот это вот. Троечки, спасибо большое, что посмотрели. Тоже ставьте обязательно лайки, это будет как спасибо от вас для меня. Я вас очень люблю, целую, всех целую. Вот, всем спасибо огромное, что вы меня смотрите. Всем удачи, у вас все получится. И всем пока.